الثالث للوزن المتوسط للرجال 75 كيلو bout number 3 in the men's welterweight division 75 kilograms. Друзья, продолжается утренняя сессия на квалификационном турнире «Дорога в Токио». И девушки пока что идут отдыхать. Увидим мы их только вечером. И первый мужской поединок в весе от 63 до 69 килограммов. Представитель Узбекистана Бобу Усман Батуров в красном углу выходил в ринг. В предыдущем поединке квалификации победил он Доминика Роя. Ну и он тоже один из записных фаворитов этой квалификации, потому что он является бронзовым призером чемпионата мира. Это, опять же, я говорю про Бобу Усмана Батурова. Также он чемпион Азии 2019 года, чемпион Азиатских игр 2018 года. Ну и на чемпионате мира в Екатеринбурге Боба Усман доходил до полуфинала, но там уступил Бету Маккормаку. Получил бронзу. 13 с ним будет соперник из Китая Маймату Ирсун Дьем. Ему 32 года, и на предыдущих стадиях он начал, кстати, с самого начала. Сначала был сеянный, потом вышел против такого же сеянного пакистанца Зиаба Гуля. Зиаба Гуля переиграл единогласным решением судей со счетом 5-0. Первый раунд начался. Ну и начинается он с атак представителя Узбекистана Бобу Усмана Батурова. Ну, Узбекистан, как и на прошлых Олимпийских играх, считается явным фаворитом здесь. Ну и действительно очень много настоящих больших звезд они привезли. Так же, как, собственно говоря, и Казахстан, и Киргизия. Но Киргизия, насколько я помню, сейчас тоже уточню. Да, Киргизия как раз привезла 6 спортсменов, но все они свои выступления закончили, были выбиты из турнира на предварительных стадиях. Очень интересно комбинирует на первых минутах Бобу Усман Батуров. Старается действовать очень вариативно, разнообразно. Пока что вынужден отходить и защищаться. Его соперник из Китая Ерсун Мамайтиту. Да, и также надо отметить, что Бобу Усман был сеянный под первым номером. И, в общем-то, по количеству проведенных поединков здесь паритет, потому что у Батурова был поединок против Доминика Ро, и у, соответственно, Ирсуна был поединок против Зиаба Гуля. Так что по одному поединку они провели. И, то есть, несмотря на то, что Усман был сеянный, Кьонг провел все поединки, но так получилось, что там в начале, на первой стадии, у него просто не было соперника, и он автоматом попал в 1-16. Смотри, прошло более полутора минут, почти половина раунда позади, и вот только сейчас какие-то удачные действия стали получаться у китайского спортсмена, а так в целом, конечно, очень много ударов он принял на себя от Бобу Усмана Батурова, и, конечно, в комбинационной работе, в атакующих действиях он сейчас очень серьезно превосходит Ерсуна, представителя Китайской Народной Республики. Вообще надо отметить, что вот эта весовая категория до 75 килограммов, это, соответственно, у нас получается полусредний вес, до 69, да, то есть почему-то я не в ту сторону посмотрел, до 69 это полусредний вес, и она одна из самых широко представленных, потому что очень большое количество спортсменов здесь, и все начинали, то есть тут не попадешь сразу в четвертьфинал, тут надо в него пробиться, получается. Небольшая борьба, оба соперника оказались на стиле ринга, ну так, аккуратно друг друга туда уложить. Кстати, Сергей Асанов, представляющий Беларусь, судья в этом противостоянии. Я обратил внимание, когда в перерыве играла музыка, он так активно
похлопывал, постукивал по столу в такт композиции. Нет, ну, мелодии здесь достаточно веселые, интересные, подобраны. Есть и национальные арабские мелодии. Ну, естественно, они играют, когда в основном выступают иорданцы. Слушали мы и тяжелый рок, и тяжелый металл даже. Ну и, естественно, без поп-музыки также не обходится, которая создает настроение. Да, диапазон музыкальный здесь очень широкий, но и не менее широкий диапазон тех технических действий, тех школ. И стили, которые мы видим уже практически на протяжении всей этой недели квалификационного турнира под названием «Дорога в Токио». Смотрим повтор. Ну, не знаю, по-моему, все весьма очевидно. А, кстати, мне оказалось, что, не весьма, да. Оба Усмон в итоге у него только на двух карточках лидерство, а что касается китайского спортсмена, то на трех других он был получше. Так что здесь все становится подраматичнее намного, и узбекской команде сейчас нужно будет прибавлять. Ну и в частности прибавлять, конечно же, спортсмену в красной форме. Ну, в принципе, нужно боксировать, конечно, Бабу Усмону в таком случае еще яростней и динамичнее, и вариативнее. Потому что, как мы видим, только двое судей склонили чашу весов по итогам первого раунда в его пользу. Значит, не убедил пока что окончательно. Ну, да. В любом случае, раунд непростой. И вот хорошее. По корпусу тут же в голову добавил Бабу Усман Батуров. Разозлился. Мне кажется, он сейчас с такими выкриками свою атаку проводит. И здесь прямо немножко даже заставил так опешить Эрсуна. Ты знаешь, вот мы с тобой неоднократно поднимали эту тему в различных поединках. Сообщают ли счет после раунда своим подопечным секунданты или там кто-нибудь из зала? И говорили, да, что зависит это от психотипа самого спортсмена. Кому-то это надо, кому-то нет. Но мне такое ощущение, что Бабу Усману Батурову сказали. Да, я сказал, как так? Ну, я тебе сейчас покажу и устрою здесь. На, вот, держись. Ну, и действительно, Эрсуну приходится держаться, потому что, ну, накидал по нему ударов Батуров. А, вот хорошо, опять попал на скачке, и смотри, вот так на выдохе прямо, и заряжает Бабу Усман Батуров. Более хладнокровным выглядит Ерсун, но... Ну, мне кажется, знаешь, не сколько более хладнокровным, а сколько... Так, надо собраться, надо удержать этого спортсмена. Что же он делает-то, попадает? Остановите эту машину! Да-да-да, именно так. Ну, вот опять повисли друг на друге. И с клинча по корпусу, и слева, и справа. Пытается по максимуму сейчас выкладываться Бабу Усман Батуров. Ты знаешь, вот что касается Ирсуна, вот как бы он не пропускал, как бы вот с какой бы яростью не шел на него оппонент, с какими бы атаками, у него все время одинаковое выражение лица. Одинаково удивленное? Невозмутимое какое-то. Ну, я не знаю, может быть, у него, понимаешь, как и гнев, и возмущение, и радость, и печаль выражается, ну, в принципе, ровно. Вот. Широким спектром эмоций, да? Да, ну, то есть он все держит внутри себя. Помнишь, даже мемы были, вот, с кем, не помню. Я помню, что исполнитель главной роли фильма «Сумерки. Вампирские саги». Нет, я, знаешь, про что? По-моему... Или «Эмоции Чака Норриса». Кого-то из спортсменов известных публиковали, не из бокса, и говорили, вот он радуется, смеется, улыбается, грустит, и везде одно и то же лицо. Таких мемов было достаточно много. Много борьбы, кстати, также здесь во втором раунде, и много клинчей, много таких остановок. А энергозатратный раунд-то получается. Активно, яростно комбинировал, старался, по крайней мере, это делать Бабу Усман Батуров. И что касается китайского спортсмена, то он как минимум вынужден был поддерживать этот же темп и сдерживать натиск своего соперника. Посмотрим. Ну, откровенно, вторым номером работает боксер из Китая. Но вот сейчас, что касается подсчета, кто его знает, может быть, опять в своих вот отходах, в своей вот этой работе вторым номером он успел накидать точных ударов больше. Сейчас мы это поймем, глянув, посмотрев на судейские карточки.
По-разному приводят чувства. Ну, вот да, все. Да. Здесь убедил вообще-то Подкуров. Не зря развился, кричал и шел вперед. Но сейчас надо также провести третий раунд, и тогда все уже хорошо. Потому что сейчас на двух карточках у судей он лидирует, на трех карточках ничья пока. Так, опять привели в чувство. Третий раунд этой интереснейшей дуэли. Бабусмон Батуров против представителя Китая. Ну, заряжен, конечно, Батуров. То есть он даже пропускает какие-то удары навстречу, не останавливается, смещает корпусом. Но решил идти и просто драться сейчас. Решил идти и сносить соперника всем своим напором. Натиском, мощью, и даже если какие-то удары прилетают в ответ, то как бы принимать их на броню, не замечая никаких... С заниженным таким болевым порогом он идет. Возможно, тому причиной зашкаливающий адреналин, который мы видим сейчас. Да, с опущенными руками там пропускает, где-то даже удары сверху, снизу вылетают, вяжется в клинче, здесь из клинча дорабатывает плечами, скручивает соперника. Я думаю, Ирсуну сейчас совсем некомфортно под таким прессингом находиться. Да, вот это эмоции у него, конечно, у Бабаусмона Батурова. По-прежнему невозмутим Ерсун Мамаетиту, но по большому-то счету Ерсуну необходимо, ну, не знаю, наверное, как минимум такую же агрессию включить на встречу. Ну или настолько технично переигрывать, работая вторым номером, пока что мы видим, это не так-то и просто. Хорошо через джеб и боковой потом дальше добавил. Ой-ой-ой, держите. Да. Ну, покатушки вот такие. По-моему, даже оба улыбнулись, упав. А, кстати, знаешь, вспомнилась мне такая вот битва. Это было в профессиональном боксе много-много лет назад, когда Маскаев и Хасим... Ой, есть, попал. Помнишь, Олег Маскаев и Хасим Рахман... Да, ты рассказывай, я периодически буду просто отвлекаться на боксировали, и, по-моему, Маскаев тогда летел по очкам, но удался ему один такой удачный удар, что Хасим Рахман улетел за канат. Ну, это на Красной площади, по-моему, было, насколько я помню. Смутно. Не, ну, мне кажется, смутно что-то у меня где-то по-моему, тоже. По-моему, это где-то было за океаном. Или так за океаном, вот, да. Улетел Хасим Рахман и рухнул прямо на компьютеры за рингом. Ну, здесь ребята просто выкатились за канаты. Так, не было ли тут удара по затылку? Нет, все нормально. Итак, постепенно истекает третий раунд. Оба боксера. Да, с Хасимом Рахманом они в Лас-Вегасе дрались. Это мне почему-то вот запомнилось на Красной площади. Как это будет? А на Красной площади они с Робертом Хопкинсом сражались, но там единогласным решением судей Москва. Ты знаешь, почему я не сразу вспомнил, где это было? Потому что смотрел я этот поединок, находясь на срочной службе в армии, в госпитальной палате на потрепанном черно-белом телевизоре с плохим приемом. Ну, у тебя хотя бы был там бокс с другой стороны. Итак, закончен поединок. Сейчас мы услышим имя того, кто одержал победу. Ну, по моему скромному мнению, Бабаусмон Батуров. Кстати, ты что думаешь на этот счет? Ну, я думаю, третий раунд забрал тоже. В третьем раунде тоже не оставил вариантов. То есть он, как минимум, он не сбавил оборотов. Насколько точно и технично он провел этот раунд, это виднее судьям. Что касается напора, энергетики, да, вот этой вот взрывной, агрессивной, то здесь все было на том же уровне. Слушаем! Да, Бабаусмон Батуров выходит в полуфинал, и мы его поздравляем. Желаем удачи его сопернику, Ерсуну Мамаетиту. Да, а что касается Бабаусмона, он подтверждает свой высокий статус. Ну и, кстати, здесь есть в нижней части таблицы его, ну скажу, что прям извечный соперник, но потенциальный соперник. И потом, по-моему, они уже встречались, Аблайхан Жусупов. Вот они могут увидеться только лишь в финале. Но сейчас, как минимум, бронзу этого турнира Бабаусмон себе уже обеспечил. Смотрим еще раз повторы. Здесь были, в принципе, очень неплохие эпизоды на старте у Маймату Ирсуна. И даже мы видели, что первый раунд он, в принципе, выиграл. Но дальше
зарядился, завелся и обозлился по Усмон Батуров. И, как вы видели, не зря все это сделал. То есть, ну, главное, чтобы не перегорел только лишь на стадии четвертьфинала. Впереди еще все-таки полуфинальный поединок. Но вот часто, кстати, друзья, полуфинальные поединки являются самыми аккуратными, самыми осторожными, потому что многие боятся травмироваться. Но надеемся, все-таки здесь так не будет. Именно ни травм, ни скукоты. Да,